Друзья, приветствую всех на канале Птичий дом. Выбрался я сегодня на ловлю. Птица уже летает. Птица, не знаю, как-то вот прямо резко стало много. Ну, в общем, расставился. Тут провозился с утра, пока поднял весь присад, потому что ветер был сильный, все позавалило. У нас погода очень сильно изменилась после там прошлонедельных выходов за снегирями, где замерз как цуцик, когда было минус там 10-12. Сегодня у нас плюс 10, плюс 12. Солнышко немного, но, как говаривает прогноз, оно пропадет. Вышел я половить чижей, щеглов, лепаров. Не знаю, что будет. Вроде какое-то движение есть. С утра шел, птица немного летела. Ну, посмотрим. Не знаю, что получится из сегодняшней ловли. В общем, сейчас пойду попью кофе. Надо поднять щегла повыше. Взял двух щеглов сегодня, потому что те щеглы, что ловил в прошлый раз, ну, это, скажем, откровенно полное говно. Я их вынес раз, вынес два в огороде, послушал. В общем, ничего хорошего. Развернулись они и полетели. Ну, соответственно, чижа, потому что чижей я вообще в этом году не ловил. В этом сезоне, в смысле. Кроме одной чижовки на прошлом выходе за снегирями. Ну, и, в принципе, лепора, они, как всегда, они всегда нужны. В общем, пойду я пить кофе. Приятного вам просмотра. Надеюсь, что что-нибудь поймаю, и видос порадует и вас, и меня. Воткнулись два риполола, самец и самочка. Ну, самец уже такой уверенно окрашенный. Летают щеглы. Риполовы далеко не отлетели, поэтому долго разглагольствовать не буду. Вот щегол сидит прям, смотрит на меня. Пойду сейчас обойду с обратной стороны сети, шугану риполову, чтобы они куда-нибудь двинулись оттуда. Ну, а потом уже отпущу вот эту лепарку. Вырос какой-то чернобыльский грибок. Судя по запаху, съедобный. Не знаю, что это такое. В общем, не знаю, он рос один. Сейчас пойду в той стороне полазим. Может, там что еще есть. И надо воткнуть присад. Друзья, разрядился аккумулятор в камере. И как раз подлетели щеглы. Сейчас я их выберу из сетки. Ну и покажу, что воткнулось, что попалось. Ну и вообще еще птица кружит. Сегодня как-то довольно странно. То ее нет совсем, то налетают, блин, и щеглы, и риполовы, и все дела. В общем, пойду собирать. Соберу, сейчас покажу. Первый клюв большой, морда рыжая еще, но в целом ничего. Залетел самым-самым первым, воткнулся риполов, самец. Ну, еще три щегла висят, сейчас достану, подойду, покажу. Ну и даже не знаю, как вам их лучше показать. Еще три вот таких товарища залетело. Молоденькие щеглята. Сейчас я их посмотрю. Одного, который... Вот этот, который громко трещал и кусался, оставлю 100%. Но этих двух посмотрю внимательнее и, скорее всего, отпущу. И что-то случилось с моим риполовым манным. То ли его кто-то атаковал, то ли хрен его знает, я не заметил, но это уже буду смотреть на видео, потому что вся клетка в крови, он, в принципе, орет, но не знаю, не могу понять, то ли с лапой что-то, может, зацепился, не знаю, сейчас буду
буду его забирать и смотреть, что с ним. Прилетели очередные щеглы. Один хороший. Прямо как надо морковка. Сам крупненький, голова круглая, большая. Ну а второй, откровенно говоря, на троечку сейчас покажу. Ну, еще два щегла сидят где-то рядышком на репьях. Сейчас пойду я их подниму. Ну и вот он. Клюв тоже большой. Тоже самец. Даже, я бы сказал, очень большой клюв у него. Прямо шнобель. Огромный. Но по окраске вообще никакой. Сейчас пойду подниму двух отлетевших. Может, зайдут в сеть. Влетел еще один щегольчик, похож на самочку. Ну, я сейчас более подробно рассмотрю у себя возле рюкзака. Если честно, я очень доволен сегодняшней работой манной птицы. Птицы прямо вот как надо. Щеглы не отпускают. Рыболов, который остался, в принципе, тоже очень неплохо себя проявляет. Конечно, не так, как вдвоем, но все равно один, даже один, он тянет что надо. Щеглы просто супер. Чижик орет, но чижей нет. Вернее, как нет, они летят краем, получается, за камерой метров, наверное, 500. То есть я слышу, что где-то там проходит один, два, ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И, возможно, следующий свой выход я организую куда-нибудь в область посадки. Ну, тут буквально 300-500 метров, туда вылетают чижи. Сегодня вот летит много снегиря, опять же, возьму снегурок с собой, ну, так, и возьму щеглов. То есть не буду расставляться в самой посадке, а расставлюсь с краю. Ну, пока это так, предварительные наброски того, что хотелось бы сделать в ближайшем будущем. Ну, надеюсь, что все у меня срастется, и все-таки этот выход у меня получится. Потому что чижей, реально, даже если я их слышу, даже... если я им начинаю свистеть, даже если чиж слышит, начинает свистеть, подтянуть сюда не получается. Точно так же, как снегирей. Я включаю запись, они ее слышат, они на нее отзываются, но сюда не подлетают. Поэтому следующий выход, скорее всего, будет где-нибудь поближе к посадке и уже без риполовов. Будут щеглы, чижи и снегири. Попробую вот такой набор. Вот, кстати, как орет манный риполов. В целом очень неплохо. Отхожу. Воткнулось еще три щегла. Сейчас покажу, как они выглядят. В общем, вот такие вот зверята. Вот это, скорее всего, похоже, во всяком случае, на самочку. И два стопроцентных самца. Один уже с хорошей маской.
Вот он. И один злыдня, пытающийся всех загрызть. Ну, окрашен еще, конечно, не очень, но в целом, я думаю, что будет неплохой щегленок. Вот такой. В общем, наверное, следующий мой выход будет без щеглов, потому что, ну, сегодня я уже десяток поймал точно. В общем, я сейчас, наверное, выключу камеру, потому что осталось буквально 10 минут, попью кофе и, скорее всего, буду сматываться. Осмотрел я лепора своего подбитого. В общем, поврежден бок и повреждено бедро. Ну, в целом страшного ничего, то есть он как бы не валится на бок, он скачет абсолютно спокойно, видимо, рана неглубокая. Кто это сделал, я не знаю, никого не видел в округе, никого, кто мог бы это сделать, хищного. Но буду смотреть видео, чтобы уже разобраться и понять, в чем причина. Потому что терять птицу, вот лепор выбыл, скажем так, один выбыл сейчас в рюкзаке, и лепоров фактически нету, риполов, прошу прощения. То есть они как бы летают, но один риполов их уже осаживает, но с довольно большим трудом. Поэтому я и таскаю с собой двух всегда. Ну, вот случилась такая нехорошая вещь. Поэтому буду смотреть, буду изучать, кто это был, чтобы впредь быть аккуратнее. Так что вот такие дела. Камеру я пока выключаю. Ну, а там, если что-то влетит, я еще покажу, пока я кофе сейчас попью. Ну, а дальше там уже буду закругляться. Друзья, подлетел еще один щегол. Щегол прям красавец. Этот по-любому едет домой. Ну и 100% следующий мой выход будет за чижами и снегирями. Потому что такой птицы у меня в достатке. Щеглы пусть посидят недельку-другую. Тех, которых оставлю сейчас, посидят. Побудут в клетке, вынесу, прослушаю. Если что-то хорошее будет, оставлю себе. Ну и просил у меня один знакомый поймать ему хорошего щегла, и, возможно, именно вот этот вот мордатый товарищ отправится к нему. Ну, во всяком случае, я ему позвоню или там в WhatsApp отправлю фотки, он посмотрит, может, приедет, заберет. В общем, на сегодня, наверное, все. Буду я заканчивать, потому что уже 11 часов, надо топать домой, надо заниматься клетками. В общем, надеюсь, видео вам понравилось. В целом, как по мне, так ловля сегодня была отличной. Ну, были, конечно, некоторые минусы, которые смазали общую картину, типа там травма манного риполова и да, наверное, там все. Ну, и отсутствие чижей. Поэтому в целом я доволен. Что могу сказать? Сейчас приду домой, отсажу риполова отдельно, в отдельную небольшую клетку, посмотрю за ним пару дней. Я думаю, что он быстренько оклемается, и через недельку-другую уже можно его будет выносить. Потому что, как я и говорил раньше, один риполов не вытягивает здесь. То есть здесь по-любому надо два. Как бы сильно он ни орал, все равно надо два. Даже лучше три. Наверное, следующий мой выход на это место – я возьму двух риполовов и возьму лепарку, подвяжу, насыплю там песочка или там расчищу место, насыплю песочка и приколю там лепарку на подвязке. То есть не на шпар, а именно на подвязку, просто чтобы она там сидела, по песку лазила. И я думаю, что результат по риполовам будет получше, нежели сегодня. В общем, такие вот дела. На сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Не забываем подписываться на канал, оставлять комментарии, заходить в группу ВКонтакте, ссылочку на которую я обязательно оставлю под видео. Еще раз спасибо всем за просмотр, всем удачи и хорошего настроения. Пока!